Не помню, кто сказал, но золотые слова. Количество успеха прямо пропорционально количеству попыток. Так что дерзайте, друзья. А я вам сегодня только погадаю, расскажу, в чем именно вам теперь повезет. Ну или не повезет, не знаю пока. Гадать я буду на удачу всем знакам зодиака, каждому по очереди. Выбрала для этого дела чудесные карты двусторонние Таро. Мне показалось, что смыслы и двойные послания этих карт уместны. Будут для гадания на удачу. Гадание актуально, активизируется в момент просмотра, когда вы его нашли на моем канале. Итак, сначала овны. Давайте посмотрим, везунчики ли овны теперь. Умышленно не называю сроки, даты, адреса, явки, пароли. Вот. Ну, условно говоря, для постоянных зрителей канала, которые получают уведомления, которые привыкли регулярно меня смотреть, это будет гадание на удачу в ноябре 2020 года. Но если вдруг это такое сейчас будет письмо в будущее, если вдруг вы это видео попалось вам позже, скажем, в 2030-м, то и тогда сойдет. Ну, то есть, мне хотелось бы такие долгоиграющие прогнозы создавать, не только краткосрочные, не только привязанные к конкретному времени, вы понимаете, да? У всех есть мечта замахнуться на вечность. Вот. Гадание на удачу. Овны, овны. Везунчики ли вы теперь или нет? Волнуетесь? Я да. Но кто бы сомневался? Только не про овнов, конечно, такой вопрос задавать. Везет, не везет. Ну, конечно, везет. Потому что вот смотрите, что получается. Карты будут показывать вам. Центральная карта овнам выпадает вообще туз кубков, друзья. Вот он, видите, туз кубков. Ну, понятно, что туз, он и в Африке туз. Тузы раздают возможности, шансы. О чем это возможно? То есть ответ да, мы отвечаем да, овны везучие, овнам повезет, и вы в полосе везения находитесь, если вы представитель этого знака. Теперь будем разбираться, чем именно. А тут прям все, знаете, тут прям какой-то набор. Ну, во-первых, традиционно туз кубков связывает, естественно, с любовью. Это посланник любви, он предсказывает появление чувства очень сильного, самого сильного в масштабах вашей жизни, или первой любви. Это первое, повезет в любви. Второе, тоже в любви, в примирении, потому что это такая очень мощная энергия примирений, возвращение, то есть, возможно, к вам прежние чувства вернутся, и бывший человек какой-то рядом с вами окажется. Но это еще не все, потому что вот этот вот туз кубков здесь распространяет свое волшебное, чудесное влияние на соседние карты. А соседние карты про работу и, скажем так, тоже про работу. Благоволение начальства вам карта обещает. В чем удача? Повезет с начальством. Начальство заметит, приметит, поощрит, полюбит, в конце концов. Тоже туз кубков рядом, да? Кстати, вот по таким картам, видите, как работа, начальник, любовь. Ну, в такой алгоритм это, в общем, понятный складывается, да? Возможен роман, в буквальном смысле, роман с начальником на работе. Но вот этот король кубков, это еще и любой, не обязательно ваш начальник, это любое высоко поставленное лицо, это любой человек, облеченный властью, человек, от которого что-то зависит. То есть, понимаете? Ваша овная удача сейчас именно в благоволении, в любви, в симпатии к вам, какого-то человека, который может помочь жить, не знаю, покровительство какое-то оказать, разрешить ваш вопрос легко и просто, например, с документами, избавить вас от каких-то проблем,
допустим, там проверок, инспекций каких-то и так далее. То есть, ну, в общем-то, спектр вашего везения достаточно широкий. Единственное, я не могу уж прям с уверенностью сказать, что это везение в деньгах. Здесь социальный успех, любовный успех, почему они как-то очень связаны. Вот. И это, ну, это не материальная энергия денег в чистом виде. То есть, естественно, успешность такая повлечет ваше скорое разбогатение, но не теперь. Сейчас не про это мы поем. Не про это. Так. Телец. Следующее гадание на удачу будет для Тельца. Опять я волнуюсь, как вы думаете, почему? Да. Посмотрим, Тельцы, везет вам именно теперь, в это время, или нет? Если везет, то в чем? И если не везет, то тоже в чем? Ну, надеемся, что повезет, да? Итак, три карты. Три карты, всего три карты. Раз, два, три. Ну, есть о чем подумать. Знаете, такая философская триада, философская троица вам выпадает. Центральная карта. Я договорилась с собой, как всегда. Договорилась с собой ориентироваться в основном на центральную карту. Центральная карта – это четверка кубков. А четверка кубков – карта, ну, так себе, достаточно такая условно негативная. Она описывает лень, апатию, нежелание жить, трудиться, создавать и так далее. То есть, в целом, везение ваше сейчас… А закончится застойный период. Вот так мы опишем ваше везение. То есть… На самом деле Тельцу-то ничья помощь, никакие особые ресурсы не нужны. У вас все это есть внутри вас. Вам только бы перестать меланхолии предаваться, только бы вам перестать грустить и отвергать дары жизни. Ну, перестанете. То есть это тенденция следующих нескольких дней. Образуется путь, карта умеренность здесь есть. Карта умеренность как раз исключительно хорошая карта из старших арканов. И она описывает начало пути, начало сотрудничества какого-то, новая работа, новые отношения, новый брак и так далее. То есть в вашей жизни, вот как мы формулу везения сейчас для Тельца пишем, в вашей жизни за счет, кстати, вашей же решимости, вашей смелости, поспешно даже в вашей жизни, а появится нечто, ну, появится некий смысл, понимаете, новое занятие, и неважно, для кого-то это будут любовные отношения, для кого-то новая работа, ну, не знаю, творчество какое-то. Вот, но в ближайшее время не придется вам скучать, не придется сожалеть, может быть, как-то о прошлом, то есть уходит апатия, оживляется все вокруг вас. Вообще энергии, конечно, вот этих вот карт в целом строго эмоциональные или духовные, или ментальные. Тут есть и блестящая мысль, то есть вам, Тельцы, повезет до чего-то догадаться, знаете, как прозреть, а еще вас это время наделит мудростью. Нет, не мудростью. И мудростью тоже. Смелость, вот, самое главное. То есть, на что-то вы решитесь, возможно, вынужденно, но чем быстрее будете действовать, тем это будет лучше, полезнее. Поэтому вот карты говорят про изобретение, про везение, вот, когда вы прозреваете и находите выход из какой-то сложной ситуации. И, но опять же, везение в пути. Это, кстати, путь, это буквально карты могут обозначать путь, дорогу. То есть повезет с дорогами, отправиться куда-то. Но, знаете, умеренность – это путь прекрасный, но он такой очень долгий, серьезный. И, как правило, пока без обратного билета. То есть это может быть эмиграция, вообще какой-то дальний переезд. Поэтому я бы сказала, что Тельцам очень-очень везет, но… Опасность, заявленная четверкой кубков, сохраняется. Сохраняется опасность, что вы всего этого не захотите, что вы так посмотрите равнодушно, отстраненно на
вот эти вот возможности, на новые ворота, которые откроются перед вами. И не зайдете в них, скажете, а, в следующий раз, следующий трамвай, потому что вот этого делать не нужно, потому что Вселенная очень не любит людей, которые отвергают ее подарки и дары. Ну, я не знаю, вы, наверное, успели это заметить, да? Если один раз отказываетесь от какой-то возможности из-за трусости, из-за, ну, как правило, из-за трусости, больше ничего нам не мешает, то потом следующий шанс приходится очень долго ждать. Поэтому вот этот вот, смотрите, чтобы вас злой ангел уныния не сидел на левом плече, стряхивайте его регулярно. Куда деваться? Следующее гадание на удачу у меня будет для близнецов. Постараюсь быть краткой, расскажу вам, насколько вы в полосе везения сейчас или нет. Ой, и в чем повезет. Это тоже важно. Всего 3 карты. Ответственный момент. 1, 2, 3. К близнецам идут деньги. Карты по большей части имеют отношение именно к деньгам, к материальным, к каким-то вопросам. Но самая главная центральная карта – Иерофант. Она это обозначает персонифицированную личную энергию. Иными словами, это какого-то человека. Вот ваше везение, близнецы. Ждите какого-то человека и его любовь и поддержку для вас. Причем любовь и поддержка будет не просто на словах, она будет очень сильно монетизированная. Этот человек, это может быть у вас старший родственник, который раз и дает вам деньги, крупную сумму денег, потому что вас любит, потому что хочет вам помочь. И вы этими деньгами закрываете какую-то брешь в собственном бюджете. Кстати, близнецы, вот если за ними не присматривать, если рядом с ними не находится какой-нибудь козерог, например, близнецы будут, конечно, деньги страшно расточать. Вот вы абсолютно не склонны копить. А в итоге на крупную покупку, на ремонт даже, или, не знаю, на новую мебель вам всегда не хватает. У вас нет денег, и их приходится вежливо брать у папы, например, и так далее. Но этот старший человек, который вам так охотно сейчас поможет, не обязательно ваш родственник, это может быть начальник, это может быть, я не знаю, в редких случаях прям кредитная организация, какой-то банк, который вам выдает вот так вот деньги. И выдает деньги вот так вот. Ну, можно сказать, что в целом везет вам сейчас. А в деньгах советы, как поторопить удачу, наверное, для близнецов есть. Потому что надо понравиться, надо договориться, надо убедить вот этого человека, дать вам денег. Если это ваш спонсор-инвестор, то нужно очень правильный бизнес-план показать, например, чтобы это получить. Поэтому да, 100 раз скажу да, близнецы в зоне везения. И вот на какую тему жизни вам стоит внимание обратить. Грешно ли и допустимо ли просить деньги вообще в принципе? Ну, конечно, да, допустимо. На этом мировая экономика, слава богу, и держится. Вот. Следующий герой моего гадания на удачу – прекрасный, нежный, чувственный рак. Посмотрим, находятся ли раки в полосе везения. И если да, то в какой из этих полос? А если нет, то нет. 3 карты я всего лишь достаю. Стараюсь быть краткой, потому что это гадание должно быть такое сюрпризное. Задумывалась как сюрпризное, как спонтанное такое, импровизационное несколько. Итак, раки. Похоже, что раки получат то, что они больше всего хотят в жизни. А больше всего в жизни раки хотят любви, конечно. Да,
Вот центральная карта здесь, это королева кубков. Королева кубков, ну понятно, что это карта про любовь, это вестник любви. Поэтому в чем вам везет? В любви. В любви внезапной, очень, как мое это гадание. Да. Слушайте новость от неба, новость о том, что к вам приходит новое чувство, и это, надеюсь, чувство, сравнимое по силе, приходит еще к какому-то человеку. То есть любовь взаимная должна быть, ну, вроде бы должно быть и так. Поэтому карты все вместе, вот их набор таков, что они имеют отношение именно к любви, к какой-то чувственной сфере, к эмоциям, к примирению, к дружбе, к родственным каким-то отношениям. Но напрямую они не обозначают деньги. Деньги это кому-то другому, соседям по зодиаку вам вашим достанутся. Вот. А вам сейчас все, что касается сердца, все, что касается жизни сердечной, вот про это карты говорят, ну, проще всего представить новое знакомство и возможность влюбиться. Но не только. Влюбиться можно, как это грустно, не только в нового человека, да, а в хорошо постиранного старого. То есть это может быть, так карты могут описывать вдруг, внезапный, знаете, как звонок, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Вот это вот карта суд, ну да, конечно, она описывает самые долгожданные и самые при этом неожиданные события. Вот, понимаете, такое абсолютно непредсказуемое исполнение мечты. Старая любовь может вернуться, или точно так же переживете трогательные романтические чувства. Удача ли это? Ну да, конечно, это удача. Вот, нарочно я как бы на десерт приберегаю вашу плохую карту, а она здесь есть. Она все вот это вот нам вот так вот портит, потому что эта восьмерка мечей, она описывает не свободу. То ли ваша привязанность к этому человеку такая нездоровая, болезненная, то ли ваша любовь кому-то не нравится, и злодеи вмешиваются, пытаются вас разлучить. Но в любом случае любовь будет, любовь состоится. А уж вот с этими путами вы, надеюсь, разберетесь, используя вашу природную магию. Вы знаете, что все раки – маги. Следующее мое гадание на удачу будет для льва. Львы, ох, сейчас начнут махать руками и отрицать. Не отрицайте, не отказывайтесь. Львы – удачливые люди. Львов действительно любит судьба. Так задумал зодиак, понимаете? Вас изначально звезды создают везунчиками. Посмотрим сейчас. Какая полоса везения, какая из привычных полос везения перед вами теперь расстилается, дорогие львы? Три карты, коротенькое гадание, три карты. Ну да, действительно, у вас полоса везения, и везение ваше, скорее всего, ну, наше гадание называется удача, да, гадание на удачу. И я должна рассказать вам, в чем именно на этот раз вам должно повезти. Центральная карта десятка пентаклей, это карта денег в первую очередь, но не любых. Это карта коллективных денег, например, семейных. Поэтому в качестве ценного приза вам сейчас судьба предлагает подарок от родственников, подарок от семьи, какой-то, не знаю, земельный участок, дом, поместье, квартиру, остановите меня, это называется. То есть, ну, такие ценности, которые мы привыкли называть семейными, ну, не в нравственном смысле, а так в сугубо материальном, или наследные, наследственные какие-то ценности. Вот, и ждите вот такого вот большого подарка, это может быть, ну, не знаю, там дедушкина квартира, переоформленная на вас. И
этому делу, к вашему везению, будет причастен человек. Карты даже подсовывают нам портрет, чтобы вы не ошиблись, мимо не прошли. Очень, очень скоро, в ближайшее время, вот такой вот огненный герой, король жезлов, сыграет заметную роль в вашей судьбе. То ли он будет причастен к вашим семейным делам, и вот как раз через него решатся жилищные вопросы или бюджетные какие-то вопросы в семье. То ли этот человек посторонний, но через него идет повод, опять же, денежный какой-то инфоповод. Это может быть новый начальник, это может быть какой-то новый знакомый, предлагающий вам работу. Поэтому вообще денежно-социальная сфера, вот сфера везения для вас денежно-социальная. Кстати, карты действительно могут описывать новую работу, особенно если эта работа или ну, как бы ваша профессия связана с землей, недвижимостью, с производством, с чем-то таким материальным и фундаментальным и так далее. Новое знакомство сугубо деловое. Не могу сказать, что карта про любовь. Если, например, вы сейчас жаждете любовных отношений, знакомства или продвижения любовной истории, нет, думаю, что эти карты не про это. Сейчас звезды пытаются как-то одарить ваш карман. Есть здесь, правда, и такая карта сомнительная, семерка кубков. А семерка кубков как... Ой, мы сейчас как раз это карта времени, карта периода, да? Помните, что мы сейчас вообще проживаем это время под семеркой кубков? Ну, это карта ненужных мечтаний или карта растерянности и тумана. Я думаю, в окружении таких положительных, теплых, даже горячих каких-то соседних карт, она, ну, в общем, как бы дурной смысл карты нивелируется. Только лишь это идет предупреждение. Не разменяйте вашу удачу на пустяки. Не разменяйте. То есть не пойдите на поводу у какой-то пустой мечты. Потому что, вот видите, ценность в ваши руки попадает, но вы можете ее же промечтать. Знаете, как состояние, тут у вас есть состояние наследное, можно промотать, и любые подарки можно и промечтать. Следующее предсказание моих карт на удачу. Гадание на удачу у нас будет для Девы. Вот именно сейчас подумайте, в чем бы вам могло повести. Где бы вы это особенно ждали? В какой области вашей жизни? И, может быть, карты как раз что-то подобное вам предложат. Не знаю. Пока всего три карты. Короткое импровизационное гадание. Посмотрим. Для Девы. Итак, удача для Девы сейчас. Теперь. Три карты. Раз, два, три. Дорога, встреча, свидание, выход из положения. Вот, примерно вот на этом, на этих словах словосочетании держится понятие удачи для Девы сейчас. Ключевая карта, центральная карта, я в основном про ее буду интерпретировать, это шестерка мечей. Шестерка мечей – это карта дорог и всяких таких невозвратных ситуаций. Поэтому я вас поздравляю, Девы, вам сейчас повезет выбраться из какой-то ситуации, которая долго или коротко, но довольно сильно вас обременяла, привязывала, где-то держала. Кому-то удастся плюс-минус безболезненно уволиться, например, покинуть нелюбимую работу. Кому-то удастся более или менее вовремя и без потерь прикрыть бизнес. Кому-то удастся уехать, отправиться далеко, прошмыгнуть через все кордоны, границы и карантины, потому что шестерка кубков, ой, простите, мечей, это карта дальних, предальних дорог, дорога за море, ее раньше так называли, но тут, собственно, и нарисовано
море. Я вас поздравляю, Дева. Везет вам. Путешествие между, перед вами как бы простирается. И знаете, это дорога не куда-нибудь и не в никуда. Дорога к любимому человеку. Видите, на другом берегу ждет вас любовь, ждет вас вторая половина, абсолютный комфорт, абсолютное взаимопонимание. Ждут вас, то есть вот удача уехать, например, встретить любовь и уехать за границу. Зарегистрируйтесь на иностранном сайте знакомств. Например, к тому же, а это вы, это королева, трудно в это поверить, но нет, это королева мечей, действительно, женщина. Здесь и карта описывает вас, и вашу решимость, ваш какой-то большой ментальный потенциал, смелость, нежелание ждать. Решитесь и поедете. Вот такая вот удача. То есть, может быть, падут и растворятся препятствия, которые прежде вам не давали это сделать. Но знаете, карты хорошие, счастливые, но довольно ответственные, потому что ваша удача не свалится на вас, как манна с неба. Вы должны ее спровоцировать, пригласить, приманить. Вы должны сами решиться на эту удачу. Вы должны вот собрать все, не знаю, весь свой интеллектуальный потенциал. Вы должны сообразить, как это сделать. Вы должны, в конце концов, там, проигнорировать страхи какие-то свои. Вот. Удача ваша. Дальше вас ваша счастливая звезда подхватит и проведет безопасным, верным путем. Но должны начать вы сами. Если только никто не поможет, потому что, знаете, это пиковая дама, это может быть другая женщина, условно говоря, негативная женская энергия, которая вас вытолкнет, например, с насиженного места и предложит другой расклад какой-то такой вот по судьбе. В любом случае, в этих испытаниях и в этих переменах вы не одни. У вас есть или скоро будет любимый человек. Посмотрите, какая с обратной стороны идиллическая картиночка здесь. Ну, впрочем, она как ни крути. Знаете, двойка кубков – это карта любви. А любовь, как ее ни крути, что так, да? Что эдак? Она любовью остается. В этом ее прелесть. Следующее гадание на удачу у меня будет для весов. Посмотрим, спросим карты. В полосе удачи ли находитесь вы? И если да, то в чем конкретно, в чем именно должно теперь повести весам? Всего три карты. Короткое гадание, но должно быть емкое. Раз, два, три. Три карты. Прекрасные. Бесконечно можно рассказывать про то, в чем повезет сейчас весам. Центральная карта расклада, я именно на нее хочу обращать ваше внимание, туз кубков, ну кто его не знает, туз кубков. Если вы регулярно смотрите разные гадания на картах Таро, то вы знаете, есть такая карта туз кубков, которая обозначает любовь. Любовь самую настоящую, первую или самую сильную, поэтому вам везет в любви. Рядом страсть, рядом карта сила, которая описывает одну из составляющих настоящей любви – это страсть, это очень большое физическое притяжение. Вместе две карты, конечно же, описывают новое романтическое знакомство или очень правильное, очень эффектное развитие отношений любовных, которые у вас есть. Но еще эти две карты вместе мне нравятся как карты примирений, потому что по карте сила – люди договариваются, да, чуть-чуть уговаривают друг друга, да, чуть-чуть идут на какой-то местами глупый компромисс,
Но итог действия, итог работы этой карты – это именно все-таки взаимопонимание. Это тот момент, когда люди, непримиримые оппоненты, а, к сожалению, любящие люди, ну, вы знаете, бывают самыми непримиримыми друг с другом, по карте сила они наконец-то договариваются. Ну, неважно, может быть, кто-то сильнее уступил, а кто-то больше победил. Не будем сейчас в этом разбираться. Но в целом, да, в чем вам сейчас везет, в чем повезет помириться с кем-то. Или вернуть любовь, или вернуть чувство. Ну, или встретить любовь, там уж сами смотрите, как вам удобнее. Хотя, почему можно не выбирать, можно с кем-то помириться и параллельно встретить еще кого-то. Почему нет? Вот. И, ну, безусловно, это время, конечно, счастливое, удачливое, что называется. Ведь не случайно, вот на карте сила, видите, здесь солнце изображено. И всегда на этой карте изображают солнцем, потому что она такая жаркая, понимаете? Она такая вот, карта это греющая. Грубо говоря, у меня прямо сейчас вот ладонь должна нагреваться от этой карты. А хотите, я вам покажу, что с обратной стороны нарисовано. Ну, просто, чтобы вы подумали, задумались. Вот так вот. Видите? Дьявол здесь, на этой карте, это не дьявол как таковой. Это только лишь легкое предупреждение. Ну, это тоже символ страсти. То есть, опять же, карты говорят, что вас ждет любовь искушающая. Такой, знаете, подарок судьбы. Ну, я боюсь, что у нас есть еще и портрет, ведь героя, который вот так вот к вам стремится. Если мы говорим именно про везение в любви, то принимайте рыцарь Пентаклей, человек практичный, волевой, взрослый и состоятельный. Присмотритесь. Вот так он выглядит. Оборотная сторона карты точно такая же, то есть в этом человеке никакого подвоха нет. Возможно, это тот самый принц на сером, по-моему, коне, которого вы так давно ждали. Имеют ли, помимо любви карты, имеют ли к чему-то еще отношение? Я думаю, что да. Вот с такими мощными, теплыми, горячими картами можно ждать выздоровления. То есть у вас вам еще везение, удача в здоровье идет. Выздоровите, поправитесь. Найдете правильное лекарство, чтобы ОРЗ наконец-то это долгое задушить, искоренить. Но, знаете, вообще карты такие собирательные, такие в сумме мощные, что они могут вам удачу обещать чем угодно. Ну, я не вижу социального момента, то есть это не карьера, не работа, нет. Но помимо любви и здоровья, это еще и деньги, как минимум, вот крайние вот эти карты напрямую говорят, что расставляйте карманы поширше, потому что деньги к вам идут, и карты могут описывать удачу, удачу как подарок, как денежный подарок, например, кто-то вам дарит что-то ценное, какую-то ценную вещь или денежную сумму. Удача для Скорпиона. Это следующее мое гадание. Скорпионы переживают сейчас дни рождения. Поздравляю вас. Надеюсь, вы смотрите мой таро-календарь. Иногда хотя бы посматривайте, где я рассказываю про разных скорпионов. Про людей, которые родились в той или иной декаде периода. Ну, а сейчас мы гадаем на удачу вам. Вам должно сейчас вести, это ваше время. Три карты. Короткое гадание, импровизационное, лаконичное и содержательное, надеюсь. Три карты. Раз, два, три. В деньгах везет вам. Вот. В деньгах, как ни крути, хотите вы это или не хотите, а Скорпион сейчас везет в деньгах. Более того, не просто везет, а вот знаете, у вас заканчивается период какой-то
долгой, ненужной досады, связанной с деньгами. Например, вот вы имели вложения какие-то, какие-то инвестиции в бизнес свой или собственный, и эти инвестиции долгое время не приносили нужный результат. Вообще не было, и вы уж устали копать и ждать. Я вам даже покажу выражение лица ваше от этой невыгодной сделки или от этого невыгодного вложения. Кстати, вложить себя, свою душу и свое время в малооплачиваемую работу – это тоже весьма невыгодная сделка. Я про это тоже здесь говорю. Вот, это вы. Какое-то время скорпионам пришлось вот так вот посидеть в ожидании премии или в ожидании прибыли, в ожидании крупных заказчиков или клиентов. Грустно? Да. Но теперь все меняется, смотрите. Потому что, во-первых, откуда ни возьмись, появляются деньги в чистом виде. Но как человек, денежный человек, который помогает, либо дает деньги вам в чистом виде, как рыбу, либо дает вам возможность эти деньги заработать, то есть дает удочку. А король Пентаклей здесь может описывать как нового начальника. Но это не начальник напрямую, это скорее человек, который может оказаться по-хорошему причастным к вашему кошельку, к вашим деньгам. Родственник, друг, новый какой-то бизнес, партнер. Вот он входит в вашу жизнь, появляется. А, муж, богатый муж. Почему я от этого забыла такой пустячок, да? Вот он появляется в вашу жизнь, и она наполняется каким-то новым материальным смыслом. Но не путайте, эти карты совершенно не про любовь. Не обещаю я вам везение в любви сейчас абсолютно. Если хотите удачу ловить прям за хвост птицу цвета ультрамарин, то сконцентрируйтесь именно на ваших денежных вопросах. Близко-близко спаситель, который подскажет, направит. Ну и в результате вот этой сейчас дерзкой такой удачи скорпионы найдут свой путь. Вообще в целом я могу предположить, что вы найдете новую денежную работу, которая будет вам очень по душе, на которой вы сможете весь свой потенциал использовать, способности, возможности у скорпионов. Очень их много, энергию, все. И самое главное, на этой новой работе вы останетесь очень надолго, потому что вы найдете себя. Вот видите, у вас здесь карта умеренности выпадает. Эта карта так и называется. Найти себя, найти свой путь, отправиться куда-то всерьез и надолго, и не оглядываться, и знать, что ты на своем месте. Может ли больше счастья быть у человека? Поэтому да, бизнес-работа, финансовые дела, вот эта зона везения сейчас для вас. Если вы спрашиваете про что-то другое, не знаю, вряд ли это карьера и честолюбивые помыслы, чтобы удовлетворить свои какие-то социальные статусные запросы, это будет какое-то другое время. Ну и это точно, в общем, карта не про романтику. Ждет вас способ, скоро ждет вас способ зарабатывания или получения денег. И способ этот очень такой долгоиграющий. Большое — это шаг в уверенное финансовое будущее. Вот так это называется. И теперь у меня гадание на удачу будет для Стрельца. Посмотрим, дорогие Стрельцы, в чем вам теперь повезет особенно и что с этим делать. Всего 3 карты. Короткое, но емкое импровизационное гадание у меня сегодня. 3 карты. 1, 2, 3. Остается только развести руками. Стрельцы, ну понятно, вы вообще в полосе везения. Все 3 карты, все 3 про везение вам достаются. А самая центральная карта — это карта Солнца.
Наверное, любой, кто даже не знаком с теорией Таро, понимает, что Солнце — это, наверное, что-то хорошее. Это что-то теплое, доброе, постоянное, бескорыстное и перспективное. Да, безусловно, карта Солнца приносит удачу, ну, в принципе, наверное, во всех ваших начинаниях. А тут еще и мир, карта мир рядом, как символ такой вот абсолютной гармонии. То есть, как бы карты начинают ответ свой со слов: а куда же еще? Да в чем же еще-то вам должно повести, если у вас и так все идеально и хорошо, давно и уверенно вас судьба ведет, и вы, в общем, и сейчас в какой-то идеальной точке жизни находитесь, в идеальной какой-то точке судьбы. Поэтому, ну, правда, без преувеличения. Это ведь, видите, вот эти две карты — это старшие арканы, даже без привязки к масти. То есть здесь очень сложно мне вот выделить, в чем именно повезет. Но бывает такое, что везет во всем. Любовь — да, зарплату получите, здоровье. Эти карты имеют отношение буквально ко всему. Но есть одна карта у нас только специальная, которая как бы задает масть. Она про деньги — это четверка пентаклей. Поэтому в основном у Стрельца везение сейчас идет на деньги. И причем это деньги такие не в обороте. Вот эта четверка пентаклей описывает деньги скопленные и отложенные, например. Это, ну не знаю, золотые слитки, которые вы прячете в банковскую ячейку. То есть ваше везение в накоплениях, в сбережениях. Сундучок с сокровищами у вас либо появляется, либо вы его находите, куда как-то правильно пристроить. Карты могут описывать в таком наборе буквальный подарок, очень материальный, деньги на счете или прямо что-то такое, что можно побелить и покрасить. Вот. Ну, поэтому вот немножко ваша удача больше в сторону денег склоняется. Но вообще с такими картами можете начинать что угодно. Выходить на новую работу, заводить новую любовь, потому что... Ну, такой коридор везения, понимаете? Это коридор везения. Это вот такая вот гармония, и вы защищены со всех сторон. Лишних шагов каких-то ошибочных не сделаете. Люди злые через вот эту вот энергетику удачи к вам не пробьются, то есть помешать не смогут. Карты, могут ли эти карты предсказывать удачу в любви? Да, безусловно. Хотя я бы сказала, что здесь идет речь в основном не про новую любовь. Вот именно факта нового знакомства, как это было вот у некоторых соседей по зодиаку, факта нового знакомства тут нету. Здесь скорее расцвет чувств. Это счастье в браке, например. Счастье... Золотая свадьба. Да? Золотая свадьба. Это то, что, видите, вместе карты говорят. Счастливо сейчас для вас то, что надежно, и то, что очень долго. Вот. Счастье для пары, которая давно вместе. Счастье в каких-то текущих, долгих обязательствах любовных. Да. Следующий герой нашей хроники – Козерог. Посмотрим, дорогие козероги, в чем именно вам сейчас особенно везет. Находитесь ли вы в полосе везения? Мы уже поняли, что некоторые из ваших соседей по зодиаку находятся в полосе везения. Им везет во многом, может быть, даже возьмем. Но что же Козерог? Три карты у меня. Три карты, лаконичное импровизационное гадание, но, надеюсь, содержательное и полезное. Итак, везение, удача, космет. Космет. Для Козерога. Раз, два, три. Ну, карты довольно противоречивые вам выпадают.
То есть не могу сказать, что такая прям абсолютная идеальная удача и гармония есть в вашей жизни. Но да, вы уже расстроились, не надо. До этой удачи и гармонии вам остался один шаг. Но шаг ваш должен быть. Именно ваш должен быть шаг. Посмотрите, вот как сценарий текущей удачи описывает вам карта. Для вас представляется шанс сейчас что-то покинуть, откуда-то уйти. Причем вы это бросить должны были уже давно. Нелюбимого мужа, плохую работу. Что-то в вашей жизни застоялось, высохло, перезрело и прям подпортилось. А вы очень долго это все с собой тащите. И вот именно сейчас звезды вас готовы поддержать. Вот в таком начинании. Если вы решитесь с риском внезапно, смело, дерзко и бросите, наконец, вот этот вот самый чемодан без ручки. Понимаете? Это тоже удача, это тоже везение. Но тут удача немножко другая. Мы привыкли вот это слово «удача» понимать в каком-то вот только одном контексте, в одном ключе, да, вот удача – это мы должны лежать вот так вот в шезлонге на Мальдивах, а нас вот так вот омывает, да, мировой океан, там, и приносит нам деньги, что угодно. Но удача – это правильнее, все-таки это, знаете, это возможность, это какие-то воротики, возможность для человека изменить свою жизнь. И иногда нужно, да, вот эту ручку на этих воротах повернуть, и трудно, но самому. Вот для вас удача в этом. Может быть, вы давно хотели покинуть, правда, работу. Мне почему-то больше эти карты как бы сообщают, например, про рабочую какую-то профессиональную историю. Может быть, вам давно стоило бросить бизнес, который вам ни радости, ни денег не приносит. Вот, ловите удачу. Именно сейчас, если вы будете действовать резко, смело, то вы сделаете это, выйдете из этого бизнеса или из этой работы с наименьшими какими-то потерями. Однако есть тонкий намек на любовь. У нас есть королева кубков в этом раскладе. Эта женщина всегда приносит любовь. Поэтому, ну, знаете как, удача. Шанс вам, например, избавиться от какой-то болезненной любовной привязанности, романтической, которая вам давно не нужна. Ждали вы такой шанс? Ну, вряд ли. Такие шансы редко кто приветствует. Поэтому, ну да, для Козерога вот эти карты и вот это описание удачи требует осмысление, переработки, принятие, что ли, если хотите. Это не та удача, конечно, которая вот преследует и катится сама по пятам. И эта удача не новая, как бы не направленная на получение. Скорее, удача, направленная на избавление. Но вы знаете, с этого все начинается. Для того, чтобы положить в шкаф, переполненный шкаф, новую вещь. Надо сначала выбросить из этого шкафа старую вещь, потому что новая не поместится. Это простая аксиома, но про нее все забывают, а она работает на 100%. Поэтому ваша удача, как бы это ни звучало, в отказе сейчас, в отказе, в очищении, выбрасывании, в отказе от чувств даже каких-то своих. Следующее гадание на удачу у меня будет для Водолея. Посмотрим, в чем именно вам сейчас особенно повезет. Находитесь ли вы в полосе везения? Короткое, лаконичное, но, надеюсь, емкое и содержательное гадание у меня будет. Расклад всего лишь на 3 карты. Колода двусторонняя, Таро. Карты интересны тем, что иногда полезно рассматривать оборотную сторону. Не всегда, но иногда полезно. Всего 3 карты для Водолея. На удачу. Раз, два, три.
Преследует ли Водолея сейчас удача по пятам? Да, безусловно. Катится она к вам, скачет. А вот какая именно? Ну, посмотрите, карты все вам выпали крупные, все положительные. Поэтому везунчиками я вас уверенно сейчас назову. Центральная карта, а я решила ориентироваться, главное, в основном на нее, это Королева Пентаклей. Королева Пентаклей, карта денежная, дама денежная, но не только. Королева Пентаклей описывает уверенность в завтрашнем финансовом будущем. Поэтому вот ваша удача сейчас, это, например, найти высокооплачиваемую работу. Или найти и открыть бизнес, который будет приносить большие прибыли. То есть вы сейчас находитесь, ну как сказать, как бы на пороге, на входе, перед входом, перед дверью в новую какую-то финансовую реальность. Смотрите, а по бокам дорога, отшельник, а по бокам-то дорога, колесница. То есть ваша удача сейчас, например, ну да, выйти на работу или выйти в новый бизнес, и все так денежно, и все, самое главное, очень-очень серьезно. Вот чтобы вот эта вот удача у Водолея состоялась, надо, чтобы и вот эта дорога, и решения, связанные с этой дорогой, были очень серьез, понимаете? Вот эти карты, не, ну, такие серьезные, крупные карты, они просто не могут описывать какие-то мелкие, такие жалкие, трусливые подвижки. Чуть-чуть поменять жизнь сейчас не получится. Вам надо приветствовать самые масштабные перемены и какие-то дороги. Кстати, о дорогах. Очень-очень-очень вам сейчас везет с дорогами. Особенно, если это да, эти дороги за деньгами. Например, ехать куда-то на заработки или ехать учиться, опять же, чтобы потом выучиться и зарабатывать. Вот это все тоже зона какая-то вашей удачи. И много спонтанности, потому что вот эти два старших аркана, два старших аркана по бокам, все-таки описывают ситуации очень непредсказуемые. Поэтому во многом вот здесь, ну, мы понимаем, что вы в зоне везения, вам везет, но перемены, которые, например, колесница приносит, самые счастливые, предсказать заранее нельзя. А как вы думаете, почему? Ну, казалось бы, да, почему? Потому что часто сама судьба крутит рулетку и понятия не имеет, что она вам выбросит в следующий момент. Да-да, судьба – это очень неоднородная субстанция, имейте в виду. Какие-то отрезки судьбы нашей такие прям из мрамора выточены. Ничего с ними не сделаешь, их, до них нужно дожить, их нужно как-то пройти. А на каких-то участках сама Вселенная, ну знаете, как бы удаляется, отстраняется, и там уже хаотичная движение атомов происходит. Вот это происходит сейчас в жизни Водолея. Поэтому мы поняли, что везет вам, страшно везет сейчас в деньгах с разбогатением. Но колесница, я повторяю, да, и с дорогами очень везет. Но колесница неизбежно притянет еще и, знаете, затянет в воронку просто какие-то еще удачи помельче. Знаете, помельче для вас. А, вот. Профессиональный путь. Знаете, как вот найти профессиональный путь. Вот это прекрасно. Вот в этом вам может как-то особенно повезти. Да, если вашего, ну, если вы ждали, например, другого, если вы ждали сейчас счастья, удачи в любви, то не знаю, вообще-то карта не про любовь. Другое дело, что вот в этой полосе везения, в этих счастливых каких-то переменах вы случайно, ну как попутно, не специально, тоже, в общем-то, любовь и встретите. Но вообще карты везения не в любви обещают, в деньгах. Почему-то, знаете, Вселенная любит ставить нас перед выбором. Жизнь или кошелек? Любовь или деньги? Ну вот вы принимаете деньги сейчас. Следующее гадание на удачу у меня будет для рыб. Посмотрим, спросим карты, в чем вам особенно повезет именно теперь. Где ваша удача? Откуда вам ее ждать?
ловить. Короткое импровизационное гадание у меня, но, надеюсь, полезное и емкое. Всего на три карты. Три карты должны ответить, в чем рыбам сейчас повезет. Раз, два, три. Про любовь карты. А вы этого ждали? Наверное. Посмотрите, карты вам выпадают вот просто именно про любовь, но все карты про все равно эмоциональные, все карты про эмоцию. То есть вы вам везет именно вот как бы с эмоциональной жизнью. Все, что касается денег, все, что касается социальной сферы, вашей карьеры, про это я ничего не могу сказать. Может и везет, кому-то и везет из вас, кому-то может быть не очень. Но Вселенная сейчас занимается залечиванием ваших душевных ран, залечиванием вашего разбитого сердца. Она избавляет вас от какой-то, может быть, дурной, болезненной привязанности, избавляет вас от слез, от какой-то настоящей несвободы, которую вы получили через любовь. И вы знаете, освобождает по-хорошему так, потому что освободиться от разбитого сердца можно же по-разному, да? Можно просто его залечить, ну, походить к хорошему психоаналитику, да и забыть все просто, как страшный сон, правда? Но вы же не этого ждете. Вы хотите, чтобы чувства прежние вернулись, чтобы отношения восстановились, чтобы брак сохранился, например. И буквально вот именно это везение описывает вам карты в таком наборе. Карты довольно проблемные. Я не могу здесь сказать, что вот откровенно вы в каком-то круговороте удачи находитесь. Нет. Карты заставляют думать, заставляют, возможно, ну, не действовать, нет, но они очень концентрируют, они очень ориентируют, потому что, вот видите, из хороших новостей у нас тройка кубков. Ну, тройка кубков – это карта про любовь, карта про взаимоотношения и карта про, опять же, возвращение. Все тройки – это перезагрузка, это карта рестарт по цифрам в колоде, в младших арканах, в колоде Таро. Поэтому, да, ваша удача сейчас – возможности помириться с бывшим партнером, например, возможности восстановить отношения, ваша удача в любви, в возвращенных чувствах. И если романтическая тема, ну вот строго романтическая тема вас сейчас не интересует, то это все равно примирение. И ваша удача в примирениях, и ваша удача в любви. Ну пусть здесь для вас любовь будет не романтическая, а такая в библейском смысле, в общечеловеческом. То есть то, о чем вы давно волновались, переживали, то, что вы давно оплакивали, сейчас, ну вот, каким-то образом разрешается. И люди возвращаются, и миритесь вы с кем-то, и снова жизнь похожа на праздник. Вообще, вот в этой троице карты описывают прекращение, например, какой-то затяжной, не острой, но ужасно-ужасно противной конфликтной ситуации. А эта ситуация может быть как с коллегами на работе, так и это может быть ситуация в вашей семье, там, не знаю, какие-то проблемы с клиентами, если у вас собственный бизнес. А вот теперь все восстанавливается. Ну, может быть, не так и не тогда, как вы хотели. Может быть, пока не в том объеме, но все равно вы можете уже с кем-то разговаривать. Вы можете уже кому-то доверять, вы можете уже чуть-чуть продолжать работать и чего-то ждать впереди. Такое прям вопиюще удачливое время, наверное, будет для вас попозже. Но сейчас тоже есть чему порадоваться. Карты в таком наборе практически исключают захождение или вхождение нового в вашу жизнь. Эти все карты описывают длящуюся ситуацию, привычно болезненную, и ее разрешение. Спасибо.